Здравствуйте, дорогие друзья. Сделаем вот такого дракончика симпатичного. Делается несложно. Берем лист бумаги А3 квадрат. И давайте начнем. Этот угол закладываем на этот угол. Складываем лист по диагонали. Этот угол закладываем на этот угол. Раскрываем, переворачиваем на другую сторону, эту линию закладываем на эту линию, складываем лист пополам. Проглаживаем, раскрываем, эту линию закладываем на эту линию. Проглаживаем. И складываем квадрат. Вот он у нас сам сложился. Получается 2 с одной стороны, 2 с другой стороны треугольничка. Раскрываем треугольничек. И эту линию закладываем на эту линию по центру. Проглаживаем, складываем, то же самое делаем со всеми остальными треугольниками, раскладываем, проглаживаем, то же самое раскрываем. Проглаживаем, загибаем. И последний треугольничек. Вот у нас получилась такая заготовочка. Раскладываем пополам, чтобы было с одной стороны и с другой стороны одинаковое количество. Вот здесь 2 треугольничка. И теперь берем посередине, достаем одну часть, вот эту линию закладываем на эту линию, проглаживаем. Проглажу не до конца, а до этой точки. И теперь от этой точки до этого угла проводим прямую линию. И по этой линии сгибаем. Прижимаем. И толкаем бумагу вперед. Вот теперь по этой линии загибаем этот край бумаги вовнутрь. Заткнули. И теперь от этой точки до этой точки загибаем бумагу. Проглаживаем. И теперь вот эту часть поднимаем.
Поднимаем и опускаем обратно. Отгибаем треугольничек. И по этой линии теперь загибаем вот этот треугольник вовнутрь. Загибаем. И закладываем обратно. То же самое делаем с этой стороны. Достаем край бумаги. Вот наша линия загиба. Эту линию закладываем на эту линию. От этой точки до угла проводим линию, загибаем обратно. Прижимаем. Закрываем. Загибаем. И подворачиваем вовнутрь. И закипаем. Складываем пополам заготовку. Один угольник, один треугольник. А эту часть раскрываем. От этого угла делаем линию загиба. А вот эту линию закладываем на эту линию, чтобы она была параллельна. Вот получается наша линия параллельна другой линии. По вот этой линии отгибаем этот треугольник. Он у нас тоже получается линия параллельно здесь. Приглаживаем, отгибаем обратно.
Эту линию закладываем на эту линию загиба. Загибаем. Отгибаем. У нас здесь получилась линия загиба. Эту линию закладываем на эту линию. Вторая линия загиба. Эту линию закладываем на эту линию. Проглаживаем. Вот еще наша линия загиба. Раскрываем. Вот наши линии загиба, которые мы нарисовали. Линии я дорисовал и с другой стороны нарисовал. Теперь мы, эта линия у нас наружная будет. Подравниваем. Это внутренняя линия будет. И эта линия будет наружная. Закипаем. Такую гармошечку делали с одной стороны, с другой стороны делаем то же самое. И складываем вовнутрь. Вот у нас получился треугольничек. Загибаем его в одну сторону, в другую сторону. Треугольничек берем, раскрываем. Вот этот уголок на этот уголок закладываем. Эту линию закладываем на эту линию по центру. Точно так же здесь. Отгибаем. Вот этот треугольник закладываем вовнутрь. Точно так же вот этот треугольник закладываем вовнутрь. Раскрываем, загибаем. Вот эту линию закладываем на эту линию. Прижимаем. Вот эту линию на эту линию. Прижимаем. У нас получается вот это две точечки. По этим точечкам мы проводим линию, раскрываем и отгибаем вот этот край бумаги по этой линии. И у нас получается вот такой треугольничек. Прижимаем. Теперь раскрываем и снимаем бумаги. Снимаем. И теперь у нас бумага сама ложится. Прижимаем.
Этот треугольничек мы раскрываем. Этот треугольничек уголок отгибаем по вот этой линии загиба. Отгибаем его. И с боков бумагу прижимаем. Она у нас ложится сама, эта линия на эту линию. Это все наши линии загиба. Бумага нормально ложится. Отгибаем уголочек обратно. Вот у нас получается здесь вот такой уголок. Вот такой. Складываем пополам нашу заготовку. Отгибаем крыло. Вот по нашей линии загиба прижимаем одну, другое. Отгибаем обратно. Вот этот треугольник отгибаем. Второй отгибаем. И вот по вот этой линии загиба вот эту линию закладываем на эту линию. Прижимаем. Вот эту линию закладываем на эту линию, чтобы у нас могло крыло согнуться, чтобы не мешало оно нам. Загибаем. Прижимаем. Вот эту линию закладываем по центру. Прижимаем. Прижимаем. С другой стороны делаем то же самое. Эту линию на эту линию. Прижимаем. Эту линию на эту линию. Эту линию на эту линию. Прижимаем. Подравниваем. По вот этой линии вот этот треугольничек убираем вовнутрь. Открываем. Заталкиваем. И от этого угла до этого
по прямой линии и прижимаем. Затем выталкиваем по вот этой линии бумагу обратно. Получается, чтобы она, бумага здесь не выходила по этой линии. Прижимаем. И еще раз загибаем вот эту линию на эту линию. То же самое делаем с этой стороны, по этой линии. Вот этот треугольничек убираем. По этой линии возвращаем его обратно. Он не выступал. Прижимаем. И еще раз по этой линии закладываем на эту линию. Прижимаем. Прижимаем. Готово. Складываем пополам дракона. Вот этот рог поднимаем. Формируем дракону вот такую пасть, отгибаем. Пасть у дракона очень большая, можно сделать в принципе любую, но мы сделаем как на этом образце. Отгибаем, вот так вот приблизительно. Прижимаем. И теперь возвращаем обратно немножко. Вот так вот выгибаем и прижимаем. Вот таким образом. Сделаем сверху вот такую верхнюю челюсть. Загибаем, прижимаем. Вот и получилось вот такая пасть у дракона. Сделаем ему вот этот шип сверху. Отгибаем. Здесь складочка у нас образуется. Вот она у нас, вот эта складочка. Для этого мы вот эту линию чуть-чуть загибаем назад. Вот в этом месте придерживаем. И загибаем. Так вот, и с другой стороны точно так же. Загибаем. Складываем пополам. И тут небольшая складочка появляется. Делаем ее. Вот такая складочка. Возвращаем эту наверх. Обратно.
закрывает этот стык, и можно немножко ее назад отогнуть. Будет как еще один шип дракона. Вот такая получается голова. Сделаны рожки вот эти, вот они у нас. Огибаем их. И закручиваем их немножко. С одной стороны, с другой стороны. Закрутим. Вот такая голова получилась. Сформируем крылья. Вот эту линию закладываем на эту линию. Проглаживаем. Вот у нас получилась линия загиба. Эту линию закладываем на эту линию. Вот у нас еще одна линия загиба. Эту линию теперь закладываем на эту линию. И складываем пополам. Еще один. Делаем гармошечку с крыльев. Закладываем. Еще раз. Еще раз. И еще раз наверх. Получилось одно крыло, то же самое делаем с другой стороны. Эту линию закладываем на эту линию. Вот у нас еще одна линия загиба. И закладываем пополам. Вот эту линию закладываем на эту линию. Этой линии закладываем. По этой линии. На одну линию у нас получается. Еще раз закладываем. И наверх. Раскрываем еще одну. Можем немножко закрутить как шипы с другой стороны. Складываем дракона пополам в заднюю часть. Сделаем ему такой хвостик. Ничего сложного, просто придерживаем и через пальцы его закручиваем. На конце сделаем такую стрелу. Просто раскроем немножко.
и сделаем более плоскую. Вот таким образом. В этом месте сложим шею и немножко загнем ее в сторону, чтобы держался объем бумаги. Загибаем. Неважно в какую сторону. Вот и уже держится объем. Крылья разгибаем вверх, чтобы они на нас смотрели. Вот таким образом. Точно так же и здесь, в этом месте изгибаем крыло, собираем вместе и вот в этой точке толкаем и закручиваем, чтобы вот эта линия была с вот этой линией. Прижимаем, раскрываем, подровняем немножко дракончику все конечности. Вот и получился такой дракончик. Симпатичный. Делается несложно. Интересная моделька. Летит в воздухе. Лапы поджал. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. С вами был Жигулев Алексей. До скорой встречи. Пока!